Вот, три посылки пришло, одна в одной, и две запакованы. Кошка уже тут сразу что-то новое нюхает. Начинаем распаковку. Новый завет толкования, книга 2. Новый завет толкования, книга 1. Новый завет толкования, книга 3. Апокалипсис. О, для слова Божия нет уз. Дедушке дам почитай. Ему 90 лет. Он тоже лагерян был. Архипелаг ГУЛАГ, его любимая книга. Так, открытым оком. 25-й получился. Пока отложим. Оком 30-й. Так, тут надо все не влезть. 30-й 25-й 30-й 26-й. Ой, это, наверное, так по Корану, наверное. Нет. Зеленый. 27-й. 24-й. Какие красивые. 29-й. 28-й где? 20-й. 17-й. 13-й, 14-й. 17-й, вот, вот по Корану, наверное. 18-й. 15-й, 16-й.
28-й. Вот и 28-й. Так. Благодарен Татьяне Ильиничне, что хорошо все запаковала. Пакетики даже. 23-й. С иллюстрациями. Карта здесь. О, это какое-то хорошее что-то. Что? Классно. Слава Богу. Для кошки счастье. Восьмой том. Я так понимаю, первый, что ли? Шестой. Второе. Вот, наверное, так, сотворение. Что это? А, вот, это противосектантские материалы. Вот. Я даже себе эту книжку распечатал еще просто на листках, чтобы изучить. Вот кошка себе дом нашла. Второй, четвертый. Это пятый, это вот так. Второй, четвертый, пятый. Тут еще третий должен быть. Седьмой. Счастье приводило. Девятый. Розовый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Так, симфония. И к истинному православию. Вот книги. Так, ну что, считаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь. 37 книг. Ну все на месте. Татьяна Ильинична говорила, что у нее там 37 книг как раз. Слава Богу. Слава Иисусу Христу.
Благодарим вас, Игнатий Тихонович, за такой подарок, такой большой подарок, наверное, в жизни никогда не получал и не получу. Слава Богу за все. Спасибо.